Ребята, я хочу сказать вам огромное спасибо за проделанную вами работу. Спасибо. Эрнест, да Никита, нет, красавчик. Я очень горжусь вами. Все для тебя, дорогой. Спасибо. Все для тебя, спасибо. Дружище. Спасибо большое. Спасибо, что тратили свое время. Попей, приезжали, братан. Невзирая на то, что у вас работа. Это свои дела. Третьи дела, чувак. Ты просил, мы сделали все да. Как надо. Главное, чтобы вот ему было хорошо, да, здесь? Главное, тебе нравится? Было тяжело, но, блин, ему интересно. Очень нравится. Ему очень нравится. На самом деле, все ребята очень позитивные. Вся команда, Саныч, Вахтанг, съемочная группа, все просто потрясающие. Общались с ними наедине, просто чумовые. Ребята, столько историй, столько нового всего узнали. Плюс поработали еще на школе ремонта. Правильно, все, пошло уже. А материал-то не бьющийся, поэтому и ничего не случилось. Оп. Очень многому нас научила школа ремонта. Мы благодарны. Не бойтесь, программа настоящая. Программа живая. Мы все настоящее. Очень рады, что мы поучаствовали так, в ней. И посмотрев эту программу, посмотрев на комнату, которую мы совместными усилиями сделали, вы можете понять одно. Если и дружба настоящая, то и ремонт будет качественным и настоящим. Если вы хотите сделать ремонт в своей квартире, оставляйте заявки на сайте school-remont.tv. И тогда у вас будет столько же счастья и позитивных эмоций, как у нас. Да, Сава? Спасибо, ребят. Да нет, все будет нормально. Ребенок наш маленький. Погнали играть. Все это для тебя. Погнали играться, малыш наш. Погнали.